Буданов Феоктист Андреевич, герой Советского Союза. Родился 16 октября 1904 года в деревне Забелевица, ныне Пустошкинского района Псковской области. В Красной армии с 1926 года. В 1935 году окончил артиллерийские курсы усовершенствования офицерского состава. Участник Советско-финляндской войны. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Командующий артиллерией 63-й гвардейской стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта, гвардии полковник. Особо отличился при снятии блокады Ленинграда в ходе Ленинградско-Новгородской операции. На Гатчинском направлении Буданов находился не только на огневых позициях артиллерийской батареи, но и в боевых порядках пехоты. Был несколько раз ранен и контужен, однако заранее вывел орудия дивизии на прямую наводку, использовал трофейные немецкие орудия, каждому определил цели. Артиллеристы, руководимые отважным командующим, вели эффективный огонь по противнику, тем самым оказали существенную помощь стрелковым подразделениям, прорвав вражеские укрепления и вместе с пехотинцами двинулись вперед. Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 13 февраля 1944 года гвардии полковнику Буданову Феоктисту Андреевичу присвоено звание Герой Советского Союза. После войны жил и работал в Ленинграде. Скончался 13 октября 1969 года. Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды медалями.